Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. В сети появились первые рендеры умных часов Galaxy Watch 5. Причем сразу в двух версиях. Инсайдер Evan Blass опубликовал качественные рендеры, причем 3D, с финальным дизайном данных смарт-часов. Samsung Galaxy Watch 5, которые ожидаются уже в августе, дорогие друзья, уже совсем скоро. На этих рендерах изображены базовая, ну и Pro версия Galaxy Watch 5 с разных ракурсов. И в целом они соответствуют предварительным сообщениям с деталями о будущих устройствах. Galaxy Watch 5 обновление серии Galaxy Watch 4. Которая, кстати, имела безумный успех, не в последнюю очередь благодаря переходу с Tizen на Wear OS. Про версии умных часов Galaxy Watch 5, конечно же, является более интересной, продвинутой и более дорогой версией в классическом дизайне. Она выступает прямым наследником прошлогодней модели Galaxy Watch 4 Classic. Плохая новость, кстати, есть, дорогие друзья, и она заключается в том, что предварительные данные говорят, что компания отказывается от вращающего физического безеля, как это есть на Galaxy Watch 4. И они действительно оказались правдивыми. По крайней мере, на этих рендерах нет никаких признаков полюбившегося многими механизма управления данных часов. Кроме того, упоминается только один размер модели 45 мм. Вместе двух Galaxy Watch 4 Classic 46 мм и 44 мм. Базовая модель Galaxy Watch 5 более доступная модель серии. Она имеет более простой спортивный дизайн. Сообщается о двух размерах 44 мм и более компактной модели, точный размер которой не конкретизируется. Обе модели, базовые Watch 5 и Watch 5 Pro, будут иметь пару физических кнопок. Справа от экрана поддержку 4G, LTE и GPS и защиту от воды 5 атмосфер. То есть часы способны выдержать статическое давление 50 метров водяного столба. До 10 минут за раз в них можно свободно плавать, но оказывается не нырять. Что касается ПО, то Evan Blass утверждает, что обе модели будут работать на Google Wear OS 3.5 с фирменным интерфейсом One UI 4.5, о котором я уже говорил в предыдущих видео. В предыдущих сообщениях также упоминалась поддержка мощности подзарядки 10 Вт против 5 Вт у предшественников. Анонс Galaxy Watch 5 ожидается на ежегодной летней презентации Samsung, которая состоится в августе. На этом же, дорогие друзья, мероприятии ожидается анонс новых наушников Galaxy Pro, а также сложных складных смартфонов Galaxy Fold 4 и Flip 4. Вот такие вот новости у нас, дорогие друзья, хорошие, хочу сказать. Если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь и не пропустите ни одного видоса. Пока!